Плюс. Йо-йо-йоу! Всем привет, дорогие друзья и зрители моего канала. С вами я, Влад Икпорт, и мы продолжаем проходить игру под названием Inside. Не знаю, какова была первая серия, но мы там тупили невероятно жестко. Просто спасибо Диману, я не знаю, как я назову серию, но огромное спасибо Диману, надеюсь, мы к нему больше обращаться не будем, но если надо будет, обратимся. Что ты скажешь по предыдущей серии? Что, вот как ты думаешь, как это можно охарактеризовать? Так тупить только мы можем. Это было так легко проходить, но... Мозги не шалят у нас. Из-за того, что мы не играем в игры, там, сюжетные, которые надо... Ну, я, по крайней мере, не играл в такие игры. И только стрелялки, а в стрелялках надо. Видишь врага, убивай. А здесь надо думать, надо было подойти к стенке. Короче, все оказалось очень просто. И на сохранение почему-то сработало дерьмово. Мы начинаем отсюда, но сейчас по-быстрому пробежимся и начнем. Сейчас будет вот так вот. Вот, мы здесь, по сути, закончили. Я по-быстрому перепрошел это, чтобы время не терять. Но мы начинаем отсюда, посмотрим, что нас ждет дальше. Ну, тут понятно. К забору ее вот так вот, хобане. Дальше мы вот так делаем. И идем дальше в неизведанный мир нами, друзья мои. Погнали. Значит, лестница какая-то есть. Мы лезем наверх, как бы не поскользнуться. Дождь идет все-таки, да, скользкая, скорее всего. Да. Опоры здесь, там подобные вещи. В дырку упасть можно? Повезло. Так, что нам надо здесь? Ага. А, вот я вижу сено. А, это свиньи опять. Ничего-то страшное, атмосфера. Короче, как ассасин будем прыгать, да, прыжок веры так называемый. Ну давай. Нормально, вот кто так умирал, кроме меня? Скажите, покажите мне этого человека. Короче, надо прыгать с разгона, прям с разгона. Вот так вот, да? Да. Какая бедная свинья. Страшно, страшно, очень страшно. А, смотри, можно двигать ее. Для чего? А, чтоб нам залезть дальше, да? Оп, оп. И мы бежим. Куда бежим? Что бежим? Так, здесь что это? Что внизу? Это червяки? Да, фу. Блин, они шевелятся так. Давай отсюда быстрее смотаемся. Так, по болоту какой-то идем, он замедлился. Пока что нас ничего пока не держит. Да, он замедлился, да, он идет медленно. Здесь, скорее всего, надо перелезть через забор. Оп. Смотри, он умеет прыгать. Хорош. Так, у нас здесь лежит свинья. Я с прыжками, кстати, быстрее. У нас тут лежит свинья. И капец из жопы. Червяк. Ну это разгнивающий. Ёб твою медь! Быстрей! Что? Он меня убил? А надо было перепрыгивать через нее или что? Нельзя взаимодействовать. Короче, надо бежать вперед. Да вставай, что ты? А, во! Капец, я умный, ни хрена себе. Жестко. Куда дальше? Что делать? Куда бежать? Отстань от меня, мужик. Мужик, отстань от меня. А, ему плохо, походу, погибает. Мне жалко, если честно. Может, он выживет из-за этого? Мы спасли его. А, здесь надо залезть наверх, я так понял. Смотри, там какой-то человек. Смотрите, на экране у нас там присутствует человек. Так, и что надо? И что это надо такое? А, смотри! Я управляю вот этим и вот этим человеком. Неплохо. Что сделать надо? Кто-то умер? А, нет. Смотри. А что? Мы открываем клетку для тех. Ты что упал-то, мужик? Я поближе. И вот это интересно, аж как так? Это что за телепортация? Через чего это происходит? Так, подожди, вот этому чуваку. А, надо вдвоем поднимать, я понял. Вдвоем поднять. Или что? А вот. Хорошо. Что дальше? А, все, я понял, сейчас это обрушится. Да. Чё?
дальше в тюрьму посадить надо. Все? Никто не выберется. Да нет, нам надо ее разрушить. Да. Ты что, дурак? Мужик, может, что сделать надо? Здесь точно нельзя ничего больше взаимодействовать. Скорее всего. Вот теперь тянемся назад. А это какие-то чё, эти типа ходячие? Так, дальше у нас получается просто лезем наверх. Интересная игрушка, интересно. Здесь даже какие-то магические штуки есть. Так, здесь мы прыгаем просто вниз, наверное. Мне нравится тут такой этот. Прыжки красивые, все хорошо. Так, здесь просто поднять, надеюсь, надо, да? Да. Ой, быстрее, мужик. О, улица, опять улица. Машина разбитая. Не, явно что-то произошло здесь. Может, какой-то апокалипсис, да, такой, так называемый. Да. Или что-то в этом репертуаре. Капец, ну это заманчиво, интересно, заманчиво. Опять. Это какой-то корабль. Смотри, есть игра какая-то, как же она называется? Там тоже вот такой, типа, вид. И там, когда на корабль какие-то толстожопые муди не заходили. Вот, The Little этот. Скажи давай. The Little Nightmares. Вот, там, помнишь, кадр был? Просто мой друг тоже проходил, Джеки Бо, он сейчас там. Не с нами, но в другом месте. Вот он проходил, там на корабль, получается, толстожопые заходили. Здесь что-то похожее есть. Тоже какие-то полуживые, полумертвые, какие-то грузовики помещаются. Если честно, страшно выглядит. Так, что у нас здесь? Так, это нам... Это что? Это поднимается, когда мы эту штуку сюда везем. Что если мы ее обратно? Капец, опять ребусы. Неужели мы его сами не разгадаем? А, вот, наоборот. Хоп, и мы на нем поднимаемся. Хоп. Все, поднимаемся, раскачиваемся и прыгаем наверх, чтобы пройти дальше. Все и очень просто. Я думал, тебя кто-нибудь схватит. Хоп, я бы обосрался. Хоп! Молодец. Так, мы пришли наверх. Надо разбить окно, наверное. Ну, открыть. Опять птицы. Опять что-то надо, да? А, нет. Это простые птицы. Это не те птицы. Так, что у нас здесь? Какой-то полузаброшенный фабрик какая-то. Или что это? Непонятно. Мы пока бежим. И дальше... Пытаемся куда-то добраться, куда хрен пойми. Так, здесь мы что? Может, туда прыгать надо? Я хочу куда? Не-не, давай что? Вот отсюда прыгнуть туда можно? Не просто так же нам. Мужик, не надо суицидиться. А для чего эти доски нужны? А дальше что? Прыгать вниз? Суицид был. Чё, с разгону? Да, да. Раз, два, три, погнали! И там живёмся, да? Что это такое? Ну, что-то надо сделать здесь. Сейчас подумаем. Вот эти доски же не просто так нам здесь показаны. Для чего это надо? Вот это? Ага, вот эту двигать можно, смотри. Так, стоп. Надо ее, короче, пододвинуть. В какую сторону двигать? Так, не так, наверное. Так, надо нам... А, вот так надо пододвинуть. Чтоб мы смогли на нее запрыгнуть. Вот так, да, примерно? Да. Мы сможем на нее залететь. Отсюда... Спляйся, мужик. Хорош. Хорош. Так. А это что, сейф какой-то? А, ну скидывайте. А мы с ним не упадем? Ну как? Вот как так? Как мы, вот я же знал, что она рухнет. Надо было бежать дальше. Так, чё, мы разрушили подвал, нам надо теперь вниз спускаться. Хоп. Хорош.
вниз спускаться. Если прыгать не буду, лучше вот так. Нам надо в ту дырку и походу куда-то в подполье пойдем, да? Потому что мы уже проверяли прыжки, и мы суициднулись. Да. Так, вопрос, если мы сейчас прыгнем туда, мы не суициднимся, там же тоже ничего не видно. Давай пробуем. Ненормально все. Так, что это такое? Не просто так, да? Нормально. Уже нашел. Что это такое? Что это такое? Это похоже секрет. Секрет? Что делать надо? Что это мы сделали? Мы что-то выдернули, друзья. Какой-то кабель, от чего, фиг поймешь. Но это, наверное, что-то да значит. Скорее всего, какие-то приколюхи игры. Знаете, в каждых играх там где-то игрушки собирать надо, где-то граффити. А здесь, скорее всего, вот такая тема есть. Ну что ж, окей. Так, что здесь будет у нас? Опять управление. Опять управление. Что нужно сделать? Здесь мы не сможем пройти, ну... Так, а если мы нажмем на эту кнопку, что будет? Кто-то появится? Да, наверное, там эти. Да, смогут выйти. Опа! Что происходит? Что сделать? Что надо сделать? Может, драться? А что делать? Что он там взаимодействует с чем-нибудь? Он прыгает просто. Ты смотри, вот эти лампочки не зря просто что-то... Вот. Да. Надо, чтобы они стали белыми две. Вот это, вот, видишь, это кнопки. Ты заложен. Как? А как тебе им управлять отдельно? Что это дало? Может, что-то дало? А как управлять тем отдельно? А блин, тут явно здесь что-то легко проходится тоже. Ну тут, мне кажется, двумя только управлять. Не, можно как-то, наверное, что-то сделать. Не, сюда нам точно уже не надо. Какое-то опять решение легкое. Если Димана позовем опять, это позор будет. Здесь тысячное по-любому выполнение. Ну что мы опять не досматриваем? Просто думай и все. А, он упирается же теперь, а не уходит. Ну и что мне это дало? Ну ты можешь в танк прутся. А, вот, все. Капец, вот просто мы так долго думаем над простыми вещами. Это просто жесть. Так, есть у нас поездная дорога, метро типа, да, мы в метро. О, мы походу сейчас выберемся на свободу. Ура, свобода! Мы свободны, Добби теперь свободен. Окей. Что здесь у нас? Какой-то крыша какая-то опять. Не, ну тут прям световая гамма, прям то, что надо. Мне нравится такое. Так. Что это такое? Что тут? Надо скатываться и прыгнуть туда, да? Смотри. Да-да-да, труба. Какие-то, смотри, просто рабы какие-то, да, роботы, я не знаю, что это. Армия. Армия. Мы прыгаем наверх. Хубаная. Это было опасно, между прочим. Еще один сантиметр, и я бы упал. И тонкие доски, она 100% разрушится, да? Нет? Чё дальше? Куда прыгать? Прыгай быстрее туда! Капец, тут еще и реакция нужна жесткая. Это было близко. Да. Капец, чем дальше идем, тем непонятнее становится. Так, труба. Чё, нам вниз что ли надо? Ну я не хотел, но мужики, ну... Я, наверное, рекорд этой игры побью по смертям. Ну вот как так-то, ну вот как? Еще ближе здесь было. Капец. Все нормально. Все хорошо. Здесь надо просто взаимодействовать. Хорош. Хорош! А скатываться никак нельзя. Было бы неплохо. Окей. Опа! Так, эти нас не видят, им пофиг, они зомби.
надо. О, мне нравится, тут в мелочах такая отслеживается, что разработчики прям прорабатывали каждый момент. Смотри, как доски падают, физика такая офигенная. Офигеть. Так, это что? Спуск? Куда спуск? Зря прыгнул, да? Крыса. Пойдем наверх, а если вперед пойдем, что будет? Тут стена. Ясненько. Идем наверх, поднимаемся. Херакс. Прыгаем туда. Не, это ошибочно. Что надо сделать? Взаимодействовать с лестницей, чтобы она наклонилась? Не. Что нужно здесь сделать, мысли твои? Попробуй сейчас на самый верх вообще заберись. Я наверное на самый верх, я уже все выше не могу. Лестницу нельзя пододвинуть? Ну-ка. Может, с ней можно ее сдвинуть? Во, да-да-да, вот так. Опять, чем дальше проходим, тем умнее становимся, друзья мои. Нормально, нормально. Чем дальше, тем лучше. Это что такое? Ты кто, воин? Что за рабозок? Два рабозока. Надеюсь, они не очнут. Это кто? Ты нормальный чел? Это нормальный? Я сплю. Это вон спит. Здесь, наверное, по ней можно залезть? Нет, нельзя. Здесь можно открыть. Макс. И мы уже тут. Лифт какой-то. А что дальше? Да, иди назад, я понял. Что ты понял? Ну вот сейчас. Я тебе скажу, куда остановиться. Что ты увидел? Вот да. Это? А, кабель такой. Чего? Ты куда? Отстань! Отвали! Вообще на свет нельзя попадаться. А у меня краешек. Капец, это потнич пошел. Мы против тени, это жесть какая-то. Ля ты дура. Капец, кролозоб. Как я назвал? Кролозыб? Рабозоб? Какие-то страшные мутанты. О, птичка. Кушает. Ладно, придется идти. Прошу прощения. Извини, что прервал твою пищу. Твой прием пищи. Так, что... Ну давай наверх! Нет, не падай! Мужик! Что? Нормально. Вставай, мужик! Вставай! Вставай! Походу здесь надо притворяться этим. Двигаться как они? Капец, яйца в кулак. Капец, это опасная штука, это так вам сказать. Вот что значит не вовремя упал. Хотя может вовремя, потому что если бы они шли, он упал, то все хана была бы. И зря, ведь эта камера только за мной следит. Выделяешь? Нет! И вот это прям везение уровень. Я не знаю что. А там еще прыгать надо, прикинь. За желтой полосой надо прыгать. Ты кого выращивать? Я нужно 4, как я понимаю, или больше. Кого надо выращивать? Да, 4. А для чего выращивают их, я не понимаю? Это рабы какие-то? Получается, какие-то разумные. А вот это вот разумное. Капец, ну это ужас какой-то творится. Что вообще? Ты видел, там нужно будет повернуться. Куда? Назад получается. А, окей. Это мы можем, это мы умеем. Это на изи. Тайминг. Это было близко. Я забыл, что обратно надо поворачиваться. У меня здесь запоздалая реакция была. Просто какой-то потнич пошел нереальный. Вот такой мне нравится, кстати. Да, это прикольно за ним повторять. Это было прям настолько... Близко. А что вообще происходит в этой игре? Как он сюда попал? Что? Как? Почему? У меня больше вопросов.
Кто там кого ест? Это зомби какие-то, реально. Реально страшная игра. А собака-то меня учует. Надо бежать, походу. Куда бежать? Прикиньте! Вот это просто паркур-мастер был. Ямакаси на минималках, блин, а? Капец это. Собака сутула, бежит! Что? Куда? Я бежал! Я даже не останавливался вообще! Походу надо было там остановиться, чтобы он обратно побежал. Там, мне кажется, она не такая тупая, хотя... Ну да, останови здесь, он уже побежит. Все, я по нейзе убегаю. Капец, надо мозги-то врубать, их портыч! И... это что такое? Это ворот, обратно, обратно! Он меня сожрет! Обалдеть! Не. Висишь. Капец, вообще, что вообще в этой игре происходит? Жестко, жестко. Так, дальше нам надо опять управлять этим чуваком, чтобы он опять вел катушку. Так, может быть, это вот в таких вот и превращают? Вот те, которые шли сейчас. Нахрена? Ну, типа, смысл? Они настолько облили. Понятно. Ребят, если кто что знает, напишите об этом в комментариях. Тихо! Чувак! Если дальше что будет? Там кнопка. Там лестница, видишь? Надо лифт, короче, я понял. Надо лифт, чтобы поднялся сюда. Ну и что, туда нельзя, что ли, до лестницы? Подожди, запрыгни сюда и вон на кнопку нажми. Может... И что? Не, вот от этой туда, получается. Не так. А, я понял тебя. Да. Капец, башка моя, башкан, ай, май бошка. Как там? Сначала коробку нужно приносить. Я упал. Так, что нам надо еще раз? Так у нас не получается. Да, получается, коробку нужно принести. А как он запрыгнет? А, я понял. Скорее всего. Смотри, берем, тащим сюда. Так, сюда он должен допрыгнуть. О, смотри-ка. Что? Че? Действительно. Ни хрена себе, я просто рандомно нажал. А, ну и все тогда. Да, просто прыгнул. Нормально. Капец, нифига себе. Дальше что? Дальше. Кто все-то? Один и другой. А дальше-то у нас, наверное. А, понял. Опять. Капец, просто, а это великолепная игра. Это что такое? Скорее всего, у нас вода тут. Я прыгаю в эту воду. Нет! Дебил! Не надо. Надо было сюда, надо было отсюда прыгать. Типа. Надеюсь, сохранение здесь будет. Да. Не надо было. Вот надо вот отсюда прыгать. Еще чуть-чуть. Вот так вот. Оп. Надо полностью. Тот не отпускается-то, ну. Вот, молодец. Блин, какая красота все-таки, а. Блин, над мелочами работают, молодцы. Это не то, что Get in Overheat, просто игра, которая сводит меня с ума. Вот это вот на изи, на расслабоне, на чили, да? Так, здесь надо под это и проплыть. Скорее всего, или что? Мужик! Обратно! Я пошутил! Капец, а чё? По-любому надо как-то... А запрыгнуть туда не можешь, да? Хотя надо проверить, что можно.
Скорее всего, надо что-то сюда под это вот. Из глубины, скорее всего, это надо поднять. Попробуем нырнуть сразу здесь. Вот там доска какая-то. А здесь есть какой-нибудь ящик, может? Интересно. Тихо, обратно, он сейчас сдохнет. Взял воздуха, давай еще раз. На мужика. Блин, как офигенно это все проработано. Хорош. Вот этот. То, что нам нужно. Оп. И теперь вот с этим плотом идем вот туда, друзья мои. Не, мне нравится. Мне нравится эта игра, атмосферненько. На чили, на расслабоне. Это вам не Getting Over It. Здесь. Хотя мы все равно тупим, но все-таки не бомбим. Да? В любом случае, у нас есть Диман. Так что все равно у нас есть читер такой, который много раз прошел эту игру. И все знает в ней. Он нам в любом случае поможет, если мы не справимся сами. Диман — наше спасение. Так, у нас есть... Что у нас есть? Ничего у нас нет. Окно есть. Наверное, его надо сломать. Так, красная кнопка. Я боюсь красных кнопок. Но... А как же подписаться? Вода, вода. Вода ушла, да? Да, вода ушла. Сейчас мы будем поднимать воду. Вот сюда надо. Срочно, быстрее. И в это окно надо. Вот сюда. А, да. Только он не запрыгнет сюда никак. Надо теперь сюда, скорее всего, да? Не зря же нам здесь. Да. А, дали какую-то платформу. И отсюда уже будем действовать. Так. Смотри, у нас здесь есть какой-то люк. Чё в люке? Красная кнопка. Сейчас это окно откроется, когда эта вода уйдет, и, ну, короче, понятно, здесь понятно. Нет, это, блин, тут надо бошку-то врубать, серьезно. Так, что, здесь нам опять ее поднять надо, да? И куда? Чё? А, да, нормально, нормально, нормально. Канат здесь есть, вот. Или чё? Ничего не изменилось, да? Да. Ну давай тогда думать, что здесь сделать надо. Для чего нам вот этот ход мы открыли? Для чего-то же мы его открыли. Угу. Точно ничего взаимодействовать нельзя. Этот он не трогает. Попробуем чуть-чуть пониже опуститься. Что здесь у нас есть? О! Еще кнопка одна. Этаж. А, спускает. Надо сюда быстрее. Отсюда, да-да-да. Я не тупой! Ребята, я, прикиньте, думать умею. Ебой! Полчаса. Полчаса, неплохо. Сейчас какую-нибудь контрольную точку найдем, где можно закончить. Так, что у нас здесь? А, что-то я здесь не понял. Что надо здесь делать? Что-то темно и страшно здесь, на самом деле. Это обратно мы вернулись. А, но все равно нам на тот канат же нужно попасть. Сейчас что-нибудь надо придумать здесь. Я нажимаю... Значит, отсюда что-то взять нужно. Что? Солнечный вот свет. Это чемодан. Да. А что дальше-то с ним делать? Тащите его к воде. Капец, смотри, как мы этот... Ловко двигаемся. Да. По красоте действуем. И что нам с водой? Поднимать воду опять? Да, ну и типа на него потом запрыгнуть и все. Так, вот сюда, да? И... Ну. Жестко. Капец!
Капец, мы умные, друзья мои, мы умные. Залазь, мужик, залазь. Ну и на этой ноте, друзья мои, мы заканчиваем эту серию. О, это вы. Это мы сваливаем. Вон, мы свалили, друзья мои. Огромное спасибо всем за просмотр. Лайкосик, подписка, само собой. Пишите, нравится ли вам эта игра. Мне кажется, она не может не нравиться. Атмосферная, шикарная, такая ночная. Начил на расслабон, но, как всегда, с моим тупизмом и с Коляном в кадре мы две серии записали. Дальше не знаю, когда мы запишем. Ну, может, завтра, может, послезавтра, а может быть... Ну, короче, запишем в любом случае. Будем проходить эту игру до конца. Ну и другие игры тоже будут. Getting Over It не забиваем, потому что бомбеж тоже нужен. Потому что без этого никуда не делать. Всем удачи, ребят, всем пока. С вами был я, Влад Экпорт, Колясик. И мы с вами прощаемся.